Я исповедоваться хочу. Мне придется много вам рассказать. Плохого. Очень плохого. И еще. Я хочу сделать жертвоприношение. Вот это. Пожертвование. С вас исповедь, с меня деньги. Отец Анатолий, а не расскажете, как там где монстр? Я же просила полчаса хотя бы. Настя, я что ли плачу? Хорошо, его быстро привезли. Успели снизить внутричерепное без операции. Какую операцию? Что с ним? Диссоциативная амнезия. Не помнит, что было с ним и кто он. Сюда идет очень опасный человек. Хочет исповедоваться Анатолию. Он же... Так я про это же. Ты теперь меня за него должен. Манишь, за базар ответишь. Повторим самые яркие события в жизни Анатолия. Он все остальное вспомнит. Ребут, перезагрузка. Не сквернослов. Потрясение, которое помнишь всю жизнь. Вы нам нужны, только молодая. 50 тысяч в час, 3 часа минималка. Я понял, можете не креститься. Забор прикрыть. Начинаю обратный отсчет. 3. Больше дыма. Больше дыма. Альпинист на подходе. 2. Будет у нас с вами свой Байконур. 1. Братва. Братья и сестры. Я все придумал. Тебе надо, чтобы мир вертелся вокруг тебя. Если он понял, как жить, я и подавно разберусь, и все у нас будет хорошо. Я, знаете ли, что же чалился. Понятия разделяю, фини, чухаю. Ты 10 дней там в СИЗО отмотал. 11.